не знаю. Наверное, если вот мне Thank you.
Thank you.
Меньше, что это вообще нет. Не оставлено. Так, уроки как на загривках неких там. Чуть не поговоришь. Компания, что не на шее. Марина тоже не знает. Я постирала, что делать. Кабель неплохой этот бастон. Второй не готов? Нет, сейчас там. Ты машину парню. С нами выставляют. Не хотели, не какой? Я за. Наймитесь.
А 300 рублей не пойму. Я не хочу, но не могу. Так гребет ногами. Да не говори, это лоун уже. Ну ладно, ладно, это лоун. Как там фото? Я по крайней мере... А она в Москве видела нашего жулика. Вот это Вера. Была один раз там и видела жулика вместе. Да? Да. А что он там делал? Брала собак. А она тоже там же была? Ну, у них отец одинаковый. Ну что, отец одинаковый? Мать, а матери разные. Отец одинаковый, это же не значит, что в одном питомнике. В одном питомнике. У них только 11 месяцев, а нашему жулику только 9. Я спрашиваю, на мой питомник? Да, знаешь? Понятно. Зачем? Кто посмотрел эту пасту? Сам заснул. Донжуан, Толя Петяныч. И этот самый, как там, лучший там, отважный товарищ, кто? Да входит хорошо. Табак, смотри, Сирин, он хорошо входит. Маленькая подружка. Вот это вот. Идея наша. Не, как-то перевалась. Она к нам приходила. А, мы у нее поезд брали, это самое, на разъезд.
Миша, ты стоишь? Сережа, ты Коль, Бобби, Шарм, Галатея. Ну, ладно. Завод Сигальчук, а владелец Игнатова. Да, ну, это вообще дворник какой-то. Бобби. Не оскорбляет сам. Под маской все стоит. Класс Красонада. Здоровые, такие знания, как у нашей Арика. Он даже подпрыгивает.